Всем привет, добро пожаловать на наш канал. Чего-то хочется, но не знаешь чего. Давайте мы обратимся сейчас к чату GPT, который поможет нам придумать что-нибудь эдакое. Вот рецепт блюда: шоколадно-миндальное кино со шпинатами, кедровыми орешками. Да уж. Ребята, все ингредиенты у вас перед глазами. Она же киноа, миндальное масло, шоколад, взяли 72%, кедровые орешки, шпинат. Вроде все. Это масло мы сроду его никогда не покупали, никогда не пробовали. Мне даже вот интересно, как оно пахнет. Оно вообще ничем не пахнет. Не пахнет. Приступаем к готовке. Помойте кино в холодной воде и откиньте на дуршлаг. Так, сразу хочу сказать, что гречка у меня чистая, не мою ее гречку перед тем, как ее варить. И рис тоже. Иду ее мыть, как помою, вернусь. Кино помытое и чистое. Выкладываем промытую киноа. Раз. Насыпьте немного соли, тем самым вы привлечете достаток и избавитесь от всего плохого. Я была не уверена в своих действиях. В другой сковородке на среднем огне обжарьте кедровые орешки до золотистого цвета, перемешивая их, чтобы они не сгорели. Тут надо слово «сгорели» подчеркнуть, особенно если готовлю я. Скажешь, что написано «сгорели», с этим я справлюсь. Это действительно так. «Сгорели» я справлюсь. Высыпаем в сковородку кедровые орешки. 1/4 чашки. Полупаковки. Слушайте, я лучше от орешков отходить не буду. Отвлеклась на пару рилсиков. Все, все сгорело. Все черное. Все золотяво. Ой, надо высыпать. Надо срочно, 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 срочно. Ну не сгорело же. Все золотяво. На 2 из 9. 15-20 минут. Все, ждем. Теперь собираем, в общем-то, наше блюдо. Я возьму 1/4. Ладно, половину. Я думаю, ножиком все-таки ее немножко раздробить. Высыпаем это все в кино. По идее, там должно все растопиться. Перемешиваем, перемешиваем, там должно быть все однородненько. Добавляем сюда кедровые орешки. Добавить нужно 2 столовые ложки масла. И нужно добавить 2 стакана шпината. Кино получается не рассыпчатое. Может, это 15 шоколада в 2 раза больше добавила? Ну, блин, я не знаю, что такое. Вот кто насрал, гайс? Кто? Подавайте кино на тарелке с посыпанным сверху жареными кедровыми орешками. Ну, они уже нас внутри. Хочешь, давай сюда добавим немножко больше кино, что может спасти ситуацию. Нет, не надо. Не надо. Почему я так скептично настроена? А вдруг это очень вкусно? Нет. Я тебе покушать принес. Какая вкуснятина. Неподдельные эмоции. Вот оно, как оно выглядит. И какое оно на вкус. Этот человек все съел. Боже, это чудовище готово сожрать все, что подадут ему на тарелке. Спасибо большое за просмотр. Не забудь поставить лайк и обязательно переходи к нам в телегу. Я там выкладываю выжимки влогов этой идеальной семьи. Пока-пока.